Авария произошла недалеко от поселка Красный Ключ. Автомобиль АК, в которой находились семеро подростков, вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой. Водитель в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительского удостоверения, машина не его. Якобы договор купли-продажи есть. Я думаю, что сегодня же до конца разберемся. Как выяснилось, молодые люди отдыхали на берегу Камы. Отмечали 16-летие одного из парней. Среди подростков был и 12-летний школьник, а также 15-летняя девушка. После застолья, полпервого ночи, компания из 7 человек решила вернуться домой на машине, думая, что так будет быстрее. В результате 6 человек пострадали. Именинник убежал, якобы не пострадал. Водитель с серьезными последствиями находится. Передний пассажир тоже в тяжелом состоянии, находится в больнице. Нетрезвый парень, который был за рулем АКИ, сразу после ДТП убежал в лес. Оттуда он наблюдал за всем происходящим. Сотрудникам ГИБДД удалось поймать виновника аварии. Как оказалось, 23-летний молодой человек никогда не имел водительских прав и уже несколько раз был задержан сотрудниками ДПС, катаясь на машине без удостоверения. Сейчас он находится в больнице с разрывом внутренних органов. В ближайшее время мы поставим там точку. Будем разбираться, кто им алкоголь доставил. Двое из них взрослые, по 23 года. Если взять самую молодую, 12 лет. 12 лет, 15 лет, 17. Одно радует, что 12-летний и 15-летний, они были трезвы. Водители пассажир «Шевроле» не пострадали. Сейчас полицейские выясняют все подробности происшествия. Предстоит разобраться, что делали дети одни на берегу реки и где в это время находились их родители. Регина Шигапова, Максим Галимзянов, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.